Всем здравствуйте, с вами Бир. И да, это видео с веб-камерой. С веб-камерой. Да. Господи, как же давно не было видосиков с веб-камерой. Да и с голосом. Ладно, подойдем, загрузка. В очередной раз смысл останавливать, если она пройдет за пару секунд. Так, мы спаунимся. Да, не играй с читами. Кстати, когда я могу его нельзя поджечь выстрелом, мой любимый автоматик и второй пистолет. Все, ну, уходим просто расстреливаем, пух и прах. Здрасте, до свидания. Просто сейчас пройду с вебкой тут немного, потому что я уже не знаю, что туда же и делать. Да. Минус. О, здрасте. Как ваше ничего? Да, и, кстати, мне стало хорошо слышно. Это из-за наушников. Потому что я вот так как на планетчике, и так меня лучше слышно. Я очень рад, что появился новый собственный голос. Реально, очень радуюсь. Без этих шоу кривляний. О, господи. Да. Я не знаю, что еще тут делать. А, я хочу кое-что проверить. Можно ли упасть туда? А, нет, нельзя. А если пропрыгнуть? Надо проверить. Что будет, если вот пропрыгнуть туда? Не просто... ну, типа... Ой, что ты налагала-то? Итак, а если вот так вот пропрыгнуть? А, да. Снимает, как я лечила, снимает. А, господи. Это что-то с чем-то. Давайте. А я хочу умирать от гранаты. Никогда, кстати, не умирал от гранаты. Где граната? Где она звук? Она меня не задела, финка. Ага, так вон она тут. Нифига, я даже не знаю, что она так далеко летит. И... Меня на 5 хп? А если вот прямо по себе, по себе. Куда ложиться? 86 у меня сейчас, да, хп? Вот это мощно! Сейчас я посмотрю. А можно так, да? Да. Да, так можно кидать. Хм. Одумалась. Окей. А, кстати, ребят. Я просто туда много всего накидаю. О, господи, блин. Все, вот туда, не туда их. Че, они ебут туда прыгнуть, что ли? Обидно. Окей. А, кстати, буду снимать потом пасхалки, возможно. Так.
Что ты сказал, а? Окей. Вот так далеко закинем. Не, ее нельзя взорвать. Блин, мне так бесит то, что он в гранату ложись. Ага, я понял. Ложись, да? Не, я точно нельзя. О, господи. Но от Брэдента я знаю то, что да, можно умереть. И... Господи. Так, сейчас еще побольше накидаем. Типа, и чё, я сейчас опять упаду. Ну так, гранаты, короче, надо этих убить всех. Да ну, в воздухе лежишь. Я что делаю? Пой свою закрой. А я все равно. О, он умер. Ну, ребят. Ой. Это вообще... А, нет, все-таки это его убивает. По-моему, да? Да-да, с удовольствием. Нет, тебе помогать не буду. О, господи. Ладно, на этом все. Кстати, ребята, хочу вас поблагодарить, то, что у меня на канале 10... Нет, 13 подписчиков. Мы растем, да, и это круто. И все больше и больше игр у нас на канале. Да, я уже отснял 3 игры. Да, по-моему. 3 игры я снял. Это хорошо. И будет дальше много игр разных выходить. Не знаю, какую я следующую игру запишу. Ой. Но какую-нибудь запишу. И да, ребята, оставьте... Нет, не в этом видео. В следующем скажу, какой-нибудь следующий. Когда у нас будет 15 подписчиков. Да это что, давайте наберем 15 подписчиков и... И я это сделаю. Я вам кое-что скажу и... то, что вы напишите, то я и сделаю. Но не под этим видео, под другим. Так что
О, его можно выключить? Я не знаю. Так. А вот это освещает. Ну ладно, на этом все, ребят. Так что всем удачи и всем до свидания.